Алексей, ну удалось забросить в концовке, хоть точку поставили. Это значит, что следующие матчи пройдут на другой волне? Будем, конечно, надеяться, что на другой волне нужно прервать эту серию. У нас неудачная, конечно, серия очень, значит, началась с поездки. Ну, будем надеяться. Не знаю, есть день на подготовку. Два матча, можно сказать, нужно сыграть от ножа. Это все решается в этих двух матчах у нас. Ну, справедливости ради, надо сказать, что играли сегодня с лидером чемпионата, и поэтому такой разгромный счет. Да не важно, с кем мы играли. Сегодня у нас была задача в каждой игре выигрывать, но у нас, я говорю, повторюсь, серия началась из поездки неудачная. Будем настраиваться дальше. Минчане тоже непростой соперник, учитывая, что в Подольске-то мы не смогли их обыграть, хотя дважды обыграли в Минске. Ну, сейчас вообще, в принципе, в лиге нет простых соперников. Надо со всеми играть, воевать. Витязю нужно еще минимум одно очко, а то и больше. Значит, надо последние два матча вырывать зубами, чтобы попасть в плей-офф. Повторюсь, у нас два матча есть. Будем играть только на победу. У нас все в наших руках, все зависит от нас. Да, где-то растеряли свою игру. Надеемся, что дома стены наши помогут нам и добьемся, чего хотим. И наши болельщики. Болельщикам, конечно, хочу пожелать, чтобы пришли, были седьмым нашим игроком, вы просто нам необходимы. Тем более, ну, можно сказать, два матча, все решается в них. Давайте вместе выйдем в плей-офф.